Не успел я, значит, выпустить новости недели со всеми слухами, скандалами, интригами, расследованиями. Как вы не поверите, чисто случайно нашел на утечку века. Будущий бандитский абонемент 5. Что в него входит, сколько будет стоить, картинки, фото, видео, доказательства, все для вас в этом ролике. Затягивать не будем, с вами Готика Сократ, погнали! Перед началом видео, как всегда, хотелось бы сказать огромное спасибо нашим спонсорам Вовка СПБ, Алексей Котов, Анастасия Морс, а также другие спонсоры. И можешь стать и ты всего от 49 рублей в месяц. А спонсоры от уровня Апостол, Готики и выше попадают на наш закрытый альфа-тест нашего РП-сервера Wild World. Присоединяйся и ты. Всего лишь от 600 рублей в месяц, а далее на самом релизе игра будет доступна абсолютно всем бесплатно. Более того, хотелось бы сказать, что на данный момент дата выхода 5-го бандитского абонемента еще не утверждена, но оканчивается наш 4-й бандитский абонемент в марте. Соответственно, я предполагаю, что апрель-май выход нового обновления, в котором и будет представлен этот бандитский абонемент. Стоить он будет 35 золотых слитков, а получить из него обратно вы сможете только 20. 5. По названиям дословный перевод, конечно же, может иметь какие-то неточности, но я постарался для вас перевести максимально точно и подкреплю свое видео доказательствами скринов из игры, так как на данный момент Rockstar выпилили 5-й бандитский абонемент, а вот с добавлением 4-го часть контента была открыта и из 5-го тоже. Поэтому отсюда этот слив и вышел. Давайте познакомимся, что же там находится. Как всегда, на первом уровне бесплатное есть вознаграждение, а есть платное. То есть за, вот собственно, 35 золотых. В бесплатном будут входить перчатки. В премиум награде 25% повышения опыта роли, эмоции, улучшение карты способностей. Вот это что означает, вообще без понятия. Это либо бесплатно какое-то улучшение действующей карты способностей, либо какие-то новые карты способностей. Перевод улучшение именно карты способностей, то есть действующей. Как оно будет на самом деле, ну, узнаем уже с выхода абонемента. Дальше нам будет на 4-м уровне коллекционный предмет. На премиум награде это будет 3 золотых слитка, улучшенный подсумок для патронов, брошюра о подсумке для винтовки Вармин. Также будет добавлен тоник для здоровья, 50 долларов Red Dead Online наличными, 25 товаров торговца, фон лестницы особняка, это для фотографий, шифер, это я вообще без понятия, что такое, заполненное пюре, это я тоже без понятия, что такое, сапоги. Ну вот, одно из фотографий, скорее всего, и есть эти вещи, которые я буду озвучивать здесь. Дальше, фотография бассейна, это на задний фон для фотки, на 12 уровне 50 долларов. Дальше, тканевая накидка рыжий, это, я так понимаю, пончо. Коллекционный комплект, взъерошенный, 3 золотых слитка, фильтр сбоев игры, смена металла на длинной руке, фильтр колеса оружия, набор боеприпасов, пряжка, выбрать ботинки, то есть мы сможем выбирать скидки, либо какие-то ботинки до 10, там 15, 20 уровня и так далее. 50 долларов. Гостиная фон, удивленная эмоция, 5 легендарных феромонов, барюки, 25 товаров торговца, взъерошенный, поддельная борода, это 28 уровень, бесчестный фильтр, коллекционный комплект, 3 золотых слитка, выберите элемент для роли охотника за головами. Вот это я не знаю, что означает, на 31 уровне выберите элементы для роли охотника за головами. Фотография быка-лося. Это тоже без понятия, что за быка-лося. Набор боеприпасов, тканевая пленка шафран, набор продуктов, эмоция, 200 картриджей с патронами для Вармин. 200 препаратов, я так понимаю, усыпительных патронов. Взъерошенный коллекционный комплект. Это, я так понимаю, для мадам Назар из коллекций. Набор продуктов, фейспалм эмоция, дальше пряжка. Дальше обшивка для оружия, скорее всего, так это будет. Двухполосный фильтр.
непринятой эмоция. И дальше у нас идет шляпа. Вот тут интересный момент. На 47 уровне какой-то руль. Что за руль? Без понятия. На 49 уровне амбарина. Тоже без понятия. Ну, скорее всего, это какой-то фон, либо флаг. Либо фон, либо флаг. Честно признаться, вряд ли здесь что-то такое. Набор боеприпасов, повышение роли, опыта роли, любой фон, озера, набор трав, пончо, 3 золотых слитка, карточка способностей на выбор, шляпа короля, короля, мощная приманка, улучшенный подсумок для патронов, взмах пальцем, эмоция, 3 золотых слитка, фильтр поле боя, соболь, улучшенная карта способностей, жилет на выбор, эмоции, куртки, карта сокровищ, улучшенный подсумок для лука, брошюра о подсумке для лука, 77 уровень. Нам наконец-таки добавят стрелы для лука, наконец-то 77 уровень. Это у нас будет 5-й бандитский абонемент. Дальше. Пряжка, особый чудо-тоник, эмоция, пальто, и это будет 80 уровней. 80 уровень последний. Либо это не полный слив, и дальше у нас непонятно, что будет, либо добавят нам еще дополнительных 20 уровней с выходом какой-то, возможно, доп-роли, возможно, доп-10 миссий. Сейчас на данный момент инсайдеры спорят по поводу двух моментов. Либо будут добавлять новые роли, либо будут добавлять по 10 уровней каждой текущей роли. То есть, если это был охотник за головами, следующий, соответственно, коллекционер и так далее, по 10 уровней дополнительно. И вот это уже полное говно. Если это будет действительно так, и нам будет лишь добавлять только по 10 уровней, ребята, напишите, что вы думаете по этому поводу. Я лично раздосадован, потому что, ну, если все это обновление, весь этот год будет только по 10 уровней, ну, грош цена таким обновлением и таким бандитским абонементом. Тут, по сути дела, единственное, что меня интересует, это подсумок, серьезно, но это увеличение лука, стрел и как бы на 77 уровне. Блин, я, если честно, немного раздосадован, потому что, ну, в целом не ожидал такой подставы. Ну, посмотрим, что оно там будет. Опять же, я говорю, выход этого обновления ориентировочно это апрель-май. Если будет какая-то подробная информация, я обязательно с вами об этом поделюсь. Ну, а с вами была Готика, с вами был Сократ. У нас есть ссылки на Дискорд, заходите, самый крупный Дискорд по Red Dead Redemption. Перевозим повозки, грабим турниры и так далее, так далее. Плюс наш новый РП-сервер. Заходите, пока.